Thank you.
Уважаемые коллеги, добрый день. Перед началом областного совещания несколько слов о кадровых изменениях, которые произошли за последнее время. Заместителем губернатора Челябинской области назначен Ковальчук Егор Викторович. Егор Викторович многим из вас знаком, ранее занимал должность заместителя главы администрации города Челябинска по городскому хозяйству, министра промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений, министра радиационно-экологической безопасности области. С 2015 года Егор Викторович работал в Ханты-Мансийском автономном округе, а с 2019 года в Министерстве строительства Российской Федерации. В должности заместителя губернатора Егор Викторович будет заниматься вопросами промышленности и подготовкой области к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Следующее назначение. Советником губернатора Челябинской области назначен Куцевляк Иван Петрович. Ранее он работал заместителем директора Департамента государственной и энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации. Руководителем постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации назначен Калашников Иван Вячеславович. До назначения Иван Вячеславович работал помощником министра промышленности и торговли Российской Федерации. Теперь его основная задача – представлять интересы Челябинской области на федеральном уровне. Следующее назначение. Начальником управления пресс-службы и информации правительства назначена Хворостова Мария Николаевна. Ранее Мария Николаевна была пресс-секретарем Министерства здравоохранения Челябинской области. На нее возложены организационные вопросы и взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе с районными СМИ. Пресс-секретарем губернатора Челябинской области назначен Зюсь Сергей Валерьевич. Ранее занимавший должность начальника информационно-аналитического отдела аппарата собрания депутатов Озерского городского округа. Теперь Сергей Валерьевич работает со мной лично и отвечает за наполнение информационной политики. Следующее назначение. Генеральным директором АО «Областное телевидение» назначен Гербер Олег Викторович. Олег Викторович обладает большим опытом работы в области взаимодействия с медиасообществом, общественностью и государственными структурами. Ранее занимал руководящие должности в крупных частных и государственных компаниях. Также произошли кадровые изменения и на муниципальном уровне. По итогам заседания конкурсных комиссий избраны главы двух муниципальных образований. Главой Кусинского муниципального района избран Лысяков Юрий Алексеевич. Завтра он вступает в должность. До назначения Юрий Алексеевич занимал должность первого заместителя главы района. Следующее назначение. Главой Копейского городского округа избран Фалейчик Андрей Михайлович. Ранее Андрей Михайлович занимал должность заместителя министра, начальника управления жилищной политики Министерства строительства и инфраструктуры области. Затем был назначен заместителем главы города Копейска по жилищно-коммунальному хозяйству. После отставки прежнего главы исполнял обязанности главы. Пожелаем коллегам успешной работы. Уважаемые коллеги, у нас сегодня насыщенная повестка, много вопросов, но в начале работы хочу акцентировать ваше внимание на теме более широкой, чем повестка одного заседания. 30 мая состоялось мое обращение к законодательному собранию области. Многие из вас на нем присутствовали. Уверен, вы обратили внимание, что оно было адресовано, конечно, не только депутатам, но гораздо шире. По итогам обращения мною подписан перечень из 49 поручений по 14 направлениям работы. Основные направления – это здравоохранение, образование, экология, промышленность, экономика, ну и многие другие. Особое внимание сегодня хочу еще раз обратить на такие важные для жителей области темы, как строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, переход на новую систему обращения с твердокоммунальными отходами, озеленение городов, прежде всего
промышленных центров. В этой связи начата работа по формированию новой программы «Зеленый город», которую я анонсировал. Разработка и принятие программ благоустройства муниципалитетов, в рамках которых необходимо привести в порядок подходы и подъезды к объектам социальной инфраструктуры. Синхронизация строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках комплексной застройки – крайне важная задача. Все структуры, в первую очередь администрацию области и муниципалитеты, прошу обратить на это внимание. Большое количество жалоб от людей по комплексной застройке. Синхронизация строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Особый приоритет – это проведение в порядок дорог и модернизацию системы общественного транспорта, реализация нового регионального кадрового проекта, направленного на повышение эффективности всех уровней государственного и муниципального управления, в том числе вовлечение новых сотрудников в органы госвласти. Коллеги, как вы понимаете, такой объем и спектр поручений касается многих региональных ведомств и практически всех муниципалитетов. Рассчитываю на вашу слаженную и профессиональную работу. А также несколько слов о моих последних встречах на федеральном уровне. Были соответствующие пресс-релизы, но хочу сделать несколько акцентов. На встрече с вице-премьером Гордеевым Алексеем Васильевичем договорились об инициативе запуска в области комплексной программы развития сельских территорий. На федеральном уровне эта программа тоже в настоящий момент переформатируется, будут выделены дополнительные средства федерального бюджета. Сельским муниципалитетам области необходимо провести соответствующую подготовку к тому, чтобы мы в эту программу заявились и, так сказать, по максимуму использовали тот потенциал, который у нас есть. Соответствующее поручение Сушкову Сергею Юрьевичу я уже дал. На встрече с вице-премьером Мутко Виталием Леонтьевичем договорились о включении наших самых проблемных домов, где есть дольщики, в перечень, в рамках которого будет оказана поддержка федерального бюджета по достройке таких домов. Вчера принято во втором чтении в Государственном Думе соответствующий законопроект, который позволяет такую поддержку оказывать. Соответствующие поручения Шалю Сергею Вернуновичу я тоже уже дал. Нужно сейчас активно подготовить все заявочные документы для участия в этой программе. Кроме того, вчера принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Мутко Виталия Леонтьевича. Обсуждали там большое количество вопросов, в частности, исполнение федерального бюджета, в том числе в рамках национальных проектов, запуск новой госпрограммы по развитию моногородов. Хочу обратить ваше внимание на несколько решений, которые были вчера приняты и которые напрямую касаются нас. В рамках выполнения 15 показателей эффективности деятельности регионов, губернаторов, вы помните, мы это с вами обсуждали, недавно был подписан соответствующий указ президента, принято решение о выделении и распределении грантов лучшим субъектам Российской Федерации. Первые итоги будут подводиться уже осенью этого года. Распределяться будет достаточно крупная сумма, 50 миллиардов рублей в октябре-ноябре текущего года. И нужно, коллеги, побороться за эти деньги, это наша общая задача. Ну, собственно, надо быть лучшими в рамках 15 показателей, а федерация дополнительно лучших еще и будет стимулировать грантами. Коллеги, прошу обратить внимание, соответствующее поручение тоже будет дано. Надо такую возможность не упустить. Следующая тема, которая активно обсуждалась, вы знаете, в рамках реализации национальных проектов есть возможность в рамках трехлетнего бюджета, кстати, впервые за историю, современную историю Российской Федерации, корректировка бюджета, которая происходит прямо сейчас, заседание было вчера, корректировался не только текущий год, но и 2020 и 2021 год. Это в первую очередь связано с реализацией национальных проектов.
И, коллеги, нам нужно активно заняться тем, чтобы и контрактовать, и планы свои строить сразу на трехлетнюю перспективу. Такая возможность в рамках бюджета у нас есть, но мы заключаем с вами соглашение и контрактуемся, а значит, и горизонт нашего с вами планирования ограничен только одним годом. Надо эту ситуацию менять. Прошу обратить всех коллег на это внимание. Ну и еще одно. На федеральном уровне принято решение, ну, по сути, перезапустить. На самом деле это будет совершенно новая государственная программа по развитию моногородов. Вы знаете, у нас много моногородов, их 16. Появятся новые возможности, новые инструменты в рамках новой госпрограммы. Будут уточнены критерии отнесения к моногородам. Всем, кто у нас ответственен за эту работу, прошу обратить на это особое внимание. У нас серьезный потенциал, я считаю, в рамках развития наших моногородов, и его нельзя упустить. Соответственно, прошу активно в эту работу включиться. Коллеги, теперь переходим к повестке. У нас сегодня 6 вопросов. Первый — о ходе прохождения пожароопасного сезона в Челябинской области. Докладчик Климов Олег Борисович, пожалуйста. Уважаемый Алексей Леонидович, уважаемые участники совещания. Лесопожарный сезон в текущем году начался 5 апреля, что на 10-12 дней раньше среднемноголетних значений. По состоянию на 14 июня текущего года на территории области произошло 417 лесных пожаров на площади 12 200 гектар. Показатели существенно меньше прошлогодних. По количеству минус 30%, по площади в 2,1 раза. Однако это благополучие обманчивое. В конце апреля, начале мая складывалась очень сложная и напряженная обстановка, характеризовавшаяся сухой и жаркой погодой с сильными ветрами. Ситуация усугублялась сжиганием сухой прошлогодней травы на полях, открытием весенней охоты на водоплавающую дичь. Постановлением правительства области номер 213-П на территории области с 1 мая был введен особый противопожарный режим. Практически ежедневно возникали крупные пожары, в том числе с угрозой для населенных пунктов и социальных объектов. Для стабилизации обстановки 7 мая по поручению Алексея Леонидовича Текслера был создан временный межведомственный оперативный штаб. Заседания штаба проводились ежедневно, в том числе под руководством главы региона. Принимались управленческие решения по перегруппировке сил, давались поручения по приведению территорий в пожаробезопасное состояние, оценивалась эффективность работы патрульных маневренных групп. Считаю, что эта работа позволила взять обстановку под контроль. Самый крупный и сложный пожар произошел 7 мая в Брединском районе. Очаг возгорания находился внутри лесного массива, и из-за сильного ветра пожар получил быстрое распространение. Возникла реальная угроза перехода огня на деревню Морозовка и детский оздоровительный лагерь «Спутник». В дальнейшем угроза имела место для поселков Сосновка и Могутовка. Благодаря оперативным и грамотным действиям руководства Главного управления МЧС и главы Брединского района удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и детский лагерь. На месте была быстро собрана крупная группировка сил в составе 190 человек и 52 единиц техники, в том числе двух тяжелых бульдозеров от Южноуральской железной дороги, привлечен вертолет с водосливным устройством Министерства обороны Российской Федерации, а Магнитогорский металлургический комбинат оплатил заправку вертолета в Магнитогорском аэропорту. Пожар был локализован 9 мая на площади 3500 гектар. Также 7 мая произошел крупный лесной пожар в Чебаркульском районе, где была угроза населенным пунктам Непряхино, Кумысное и Барановка. Отмечаю грамотные оперативные действия главы Чебаркульского района. Вместе с тем проявились недостатки и просчеты в работе глав территории и Главного управления лесами. Первое – это формальное отношение на местах к наведению порядка на территориях населенных пунктов. Кстати, всем главам на штабе ставилась задача к 15 мая устранить все замечания Госпошнадзора, и должен доложить, что большинство глав эту задачу выполнили. Однако повторные проверки Госпошнадзора показали, что в 185 населенных пунктов
Троицком, Октябрьском, Чесменском, Верхнеуральском и Аргояжском районах работы по очистке от сухой растительности до конца не завершены. Второй недостаток – это низкая эффективность работы мобильных патрульных групп на первом этапе, не позволяла взять под контроль поджоги травы на полях. Третье. Отсутствие необходимой кратности авиапатрулирования и его неграмотное планирование снижало возможности адекватной оценки обстановки. Четвертое. Отсутствие необходимого резерва ранцевых огнетушителей повышало риск разрастания площадей лесных и ландшафтных пожаров. Уважаемый Алексей Леонидович, предлагаю на ваше решение следующие поручения. Первое. Главам муниципальных образований до 1 июля завершить очистку территории от сухой травянистой растительности и обеспечить поддержание порядка в постоянном режиме. Устранить замечания Госпошнадзора по пожарным водоемам. Продолжить практику работы мобильных групп с привлечением необходимого количества техники и специалистов. Второе. Главному управлению лесами проанализировать ситуацию с авиапатрулированием и предпринять необходимые действия для обеспечения его достаточности, в том числе в текущем и в 2020 году. Активизировать работу по внедрению и использованию оборудования системы «Лесной дозор», в том числе 9 видеокомплексов, переданных Главным управлением МЧС, а также комплексов по прикрытию зеленого пояса вокруг Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС БРИКС. Создать резерв ранцевых огнетушителей в количестве 500 штук. Третье. Министерство общественной безопасности совместно с Министерством финансов внести губернатору области согласованные предложения по компенсации расходов частным предпринимателям, выделяющим технику для тушения ландшафтных пожаров через дотации муниципальным образованиям. Вопрос, к сожалению, завис. Минфин области предлагает дождаться федеральных нормативных документов по ландшафтным пожарам, но пожары происходят сегодня и тушить их приходится сегодня. Поэтому необходимы решения, позволяющие управлять ситуацией. И последнее, четвертое. Учитывая обращение Главного управления МЧС, позицию прокурора области вернуться к неисполненному поручению губернатора от 2016 года о запрете весенней охоты. Это вопрос Минэкологии. Доклад закончен. Спасибо. Олег Борисович, были разговоры с Министерством обороны по поводу их работы в пожароопасный период. Как сегодня ситуация, так сказать, пообсуждали с коллегами? Как прокомментируете взаимопонимание с военными? Алексей Леонидович, во-первых, мы получили ответ на ваше обращение на командующего округом. Реально мы знаем, что были даны команды всем воинским соединениям и частям на территории области о максимальной осторожности в пожароопасный период и оказании необходимой помощи как МЧС, так и муниципалитетам при возникновении пожаров. То есть взаимодействие полностью налажено, и оно достаточно эффективно. Хорошо. Также прозвучал Чесменский район в числе тех, кто, так сказать, не до конца отработал в пиковый период. Знаю, что и в предыдущие годы были подобные нарекания. Глава в зале, Татьяна Васильевна, да, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Да, Алексей Леонидович, там, где не убрана сухая трава, это маленькие населенные пункты, заброшенные дома. Их на территории, к сожалению, немало, но на данный период ситуация исправлена. И сейчас мы уже боремся с травой, которая сейчас, ну, будем говорить, зеленая трава, чтобы не было ее сухой к осени. Обратите внимание, то есть вы из года в год ваш район, ну, в сводках в негативе по пожароопасному периоду, именно в смысле организационных вопросов, подготовки и так далее. А в следующем году, я надеюсь, такой ситуации не будет, но и этот год не закончился. Обратите внимание. Хорошо. Договорились? Да. Хорошо. По проекту поручений, по итогам доклада, предложение согласиться с соответствующим поручением. Следующий вопрос о предварительных итогах весенней посевной кампании в 2019 году. Докладчик Кобылин Алексей Владимирович. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Владимирович, уважаемые участники совещания. Посевные работы в регионе успешно завершены.
По предварительным данным, общая площадь ярового сева составила 1 миллион 737 тысяч гектаров. Это на 33 тысячи гектаров больше прошлого года. Зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 1 миллион 381 тысяча гектаров. Это на 9 тысяч гектаров больше прошлого года. Пшеницы 846 тысяч гектаров, в том числе твердых сортов 147 тысяч гектаров. В связи с ростом поголовья в птицеводстве и свиноводстве и увеличением потребностей в кормах, на 50 тысяч гектаров увеличены посевы площади посевов под ячменем. Они составили более 400 тысяч гектаров. Также в области посеяно 83 тысячи гектаров овса. Рыночные условия реализации той или иной культуры определяют действия аграриев по диверсификации посевов, увеличению площадей высокомаржинальных культур. Развитие отечественного рынка и экспорт семян масличных культур и их переработки определили последовательное увеличение посевов масличных с 20 тысяч в 2010 году до 200 в текущем. По сравнению с прошлым годом, клин масличных вырос на 42 тысячи гектаров или на 26% и сегодня составляет 10-ю часть общей посевной площади. В разрезе масличных выросли посевы льна, подсолнечника, рапса, горчицы. Продолжается увеличение посевов нетрадиционных культур, таких как рыжик, софлор, расторопша. Завершены посадки картофеля и сев овощей. Площадь под картофелем в хозяйствах составила 7,3 тысяч гектаров, под овощами 1,3. С учетом посадки в личных хозяйствах, личных подсобных хозяйствах граждан, этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности жителей региона. Первыми завершили яровой сев аграрии Агаповского, Варнинского, Верхнеуральского, Едкульского, Кизильского, Красноармейского, Нагайбакского, Октябрьского, Пластовского районов. Наибольшая площадь ярового сева в хозяйствах Брединского района, Кизильского, Троицкого, Варнинского и Октябрьского. Учитывая погодные условия в мае и июне, наличие влаги в почве, прогнозируемая средняя урожайность зерновых составляет на сегодняшний день 14 центнеров с гектара. Это позволит выполнить индикативный показатель по валовому сбору зерна в объеме 1 миллион 790 тысяч тонн и собрать вместе с масличными не менее 2 миллионов тонн продукции. Тем не менее, нужно отметить, что в южной зоне области ощущается дефицит осадков. В июне пока 9% оторма зарегистрировано на метеопосте в городе Верхнеуральске. Он охватывает зону Нагайбакского, Агаповского и Пластовского районов. В селе Кизильское, это южная зона, значит, Кизильский район и Брединский, на уровне 13%. В городе Южноуральске 19%. В этой связи обоснованным является ранний сев яровых, чтобы максимально использовать весеннюю влагу для вегетации яровых культур. Темпы сева в этом году, несмотря на то, что Челябинская область имеет самые большие посевные площади в Уральском федеральном округе, были выше, чем у наших соседей, и мы первыми завершили посевную. Челябинская область также лидирует в своем округе по валовому сбору сельхозкультур. Повышение урожайности способствует внесению минеральных удобрений, на которые в этом году будут выплачены субсидии из регионального бюджета в объеме 40 миллионов рублей. Уже внесено 9 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, при плане 11,3 тысячи тонн. Собственникам нужно значительно усиливать эту позицию. Многие хозяйства будут вносить удобрения в летний период с целью осуществить внекорневые подкормки. Также перед районами стоит задача провести известкование почв на площади не менее 3 тысяч гектаров. Благодаря быстрому развитию птицеводства на поля ежегодно вносится более 1 миллиона тонн органических удобрений в виде перегноя. Это позволяет улучшать плодородие почвы на площади до 400 тысяч гектаров, а также увеличить урожайность. В 2018 году урожайность зерна на полях птицефабрик региона составила более 20 центнеров с гектара. Важнейшей задачей является расширение пашни выработки за счет вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозугодий. С этой целью в этом году планируется на 22 тысячи гектаров увеличить площадь паровых полей. Она составит 369 тысяч гектаров. В результате пашневой обработки увеличится на 48 тысяч гектаров к уровню 2018 года и составит 2 миллиона 308 тысяч гектаров. В том числе будет введено 11,6 тысяч гектаров залежных земель. Самое большое количество, большое увеличение пашни в обработке планируется в Кизильском районе, Уйском, Кунашарском, Чесминском, Брединском, Карталинском и Нагайбакском районах. В период 2016-2018 годов сельхозоборот возвращено более 80 тысяч гектаров пашни, в том числе с помощью государственной поддержки за счет средств областного бюджета 46 тысяч гектаров.
На повышение урожайности и расширение пашни значительное влияние оказывает внедрение интенсивных ресурсоберегающих технологий. В основе этих процессов технологическое перевооружение. На условии федеральной и региональной господдержки в этом году планируется приобрести не менее 100 новых тракторов, 100 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и около 500 единиц другой техники и оборудования. С начала года уже приобретено 355 единиц техники, в том числе 85 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Благодаря обновлению технического парка в сутки в период ярового сева в регионе засевалось яровыми культурами более 70 тысяч гектаров. Аграрии также активно внедряют систему точного земледелия, которая также позволяет экономить ресурсы и сокращать сроки полевых работ. В технологии возделывания сельхозкультур значительная роль отведена грамотному использованию сортов. Для повышения урожаев в области ведется работа по развитию собственной семенной базы. На сегодняшний день уже функционируют два семенных завода по производству семян зерновых культур. Это семеноводческий центр «Чебаркульские семена» и семенной завод на базе ОСП «Южный» в Кизильском районе. Общей мощностью 18 тысяч тонн семян высоких репродукций. Еще один проект по производству семян подсолнечника и многолетних трав реализуется в Чесменском районе на базе крестьянского хозяйства «Березка». Внедрение в производство высокоурожайных районированных сортов отзывчивым к условиям региона позволяет при прочих равных условиях получить прибавку урожая до 15%. Субсидии на приобретение элитных семян с привлечением средств федерального бюджета составят 101 миллион рублей. Предпосылка осуществления всех основных мероприятий является своевременное оказание государственной поддержки. В этом году на поддержку растениеводства уже направлено 486,7 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. В общей сложности на растениеводство направляется с учетом приобретения техники 1 миллиард 44 миллиона рублей. Кроме этого, в течение года аграрии получат льготные кредиты на пополнение оборотных средств. По данным на 11 июня федеральным сельхозам согласовано 200 заявок по краткосрочным кредитам на общую сумму 6,9 миллиарда рублей. Также в Минсельхоз России направлено 59 заявок на привлечение инвестиционных льготных кредитов на сумму 810 миллионов рублей. Из них 56 заявок – это приобретение сельхозтехники. В настоящее время на полях проводятся работы по уходу за растениями, обработке паровых полей под посевы будущего года и вовлечению в оборот залежных земель. Также хозяйства приступили к заготовке кормов для животноводства. Предстоит заготовить 116,3 тысяч тонн сена, 596 тысяч тонн сочных кормов, считая, что все проведенные мероприятия будут способствовать формированию хорошего урожая. Работа продолжается. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Алексей Владимирович, относительно роста экспортного потенциала, мы сейчас много об этом говорим, и это правильно. Собственно, в рамках национального проекта экспорт сельхозпродукции является отдельным направлением, и достаточно амбициозные задачи мы ставим к 2024 году, чуть ли не в три раза, насколько помню, в 2,7 раза увеличится объем экспорта. Что делается и какие перспективы, как вы оцениваете вот с учетом этой посевной и ближайших планов? Ну, как раз я уже начинал говорить о том, что существенно увеличились площадь под масличными культурами. Масличные в данном случае являются одной из экспортных позиций, которые востребованы на внешнем рынке. Значит, как раз мы уже вдвое первоначальный план по посеву масличных перевыполнили. Поэтому последующие годы, значит, мы планируем увеличить площадь под масличными до 250 тысяч гектаров. Это как раз соответствует, значит, необходимому клину в общем посеве, значит, тем, чтобы не сократить объем производства зерновых. Что касается отраслей животноводства, и в основном это отрасли птицеводства и свиноводства, здесь точно так же, значит, наши сельхозтоваропроизводители крупные проводят необходимую процедуру для того, чтобы войти в реестр поставщиков этой продукции, в том числе на территорию Китайской Народной Республики. С учетом той конъюнктуры, которая складывается в текущем году, мы считаем, что во втором полугодии будет открыт, значит, рынок по мясу свинины для Китайской Народной Республики. Агрофирма «Ориант», самый крупный производитель мяса птицы в регионе, мяса свинины в регионе, уже сегодня эту работу подготовительную проводит. К
Хорошо. У нас в пятницу будет работать министр сельского хозяйства. Еще обсудим все наши основные вопросы. Глав прошу муниципалитетов оказывать необходимую помощь сельскохозяйственным предприятиям, в том числе в части мер господдержки. Информацию министра принимаем к сведению. Спасибо. Следующий вопрос о подготовке к единому дню голосования 8 сентября 2019 года. Докладчик Бертар Сергей Владимирович, председатель избирательной комиссии области. Пожалуйста. Добрый день, Алексей Леонидович. Добрый день, уважаемые участники совещания. Позвольте проинформировать вас о подготовке к единому дню голосования 8 сентября 2019 года. Как вы знаете, в один день голосования 8 сентября на территории Челябинской области планируется проведение 67 избирательных кампаний. В 24 муниципальных образованиях это основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Также будут выборы в двух городских округах, Трехгорный Миас, 7 внутригородских районов города Челябинска. В общей сложности будет замещено 495 мандатов. В том числе самые важные выборы – выборы губернатора Челябинской области и ряд выборов в органы МСУ и прямые выборы глав сельских поселений. Общее количество избирателей в Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года – 2 633 687 человек. По данным ГАЗ-выборы, на выборах в единый день голосования обладают активным избирательным правом и смогут проголосовать впервые почти 45 тысяч молодых избирателей, достигших 18 лет. Также молодых избирателей, до 35 лет, которые впервые дадут свой голос на выборы губернатора Челябинской области, у нас составляет 146 158 человек. Выборы, которые будут организованы, будут строиться на следующих китах. Это открытость, гласность и легитимность. Структура избирательных комиссий, которая занимается выборами, собственно говоря, понятна. Областная избирательная комиссия и ряд нижестоящих комиссий. Территориальные, муниципальные комиссии и участковые избирательные комиссии. Деятельность всех комиссий при подготовке и проведении избирательных кампаний в один день голосования, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов будет также осуществляться на этих принципах. Все комиссии будут обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан и осуществлять подготовку к проведению выборов. Избирательная комиссия Челябинской области на выборах губернатора 8 сентября 2019 года является организующей и осуществляет организацию и реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, оказывает правовую, методическую, организационно-техническую и иную помощь нижестоящим комиссиям, территориальным и участковым, обеспечивает профессиональную подготовку членов комиссии всех уровней и также организаторов выборов. Избирательные кампании в органы местного самоуправления организуют и проводят избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии или там, где есть возложение по их полномочий на муниципальные комиссии и участковые избирательные комиссии. Ну, все под четким руководством областной избирательной комиссии. Для проведения избирательных кампаний на территории Челябинской области образовано 2277 избирательных участков и сформировано такое же количество избирательных комиссий сроком на 5 лет. Установленное количество членов участковых избирательных комиссий больше 20 тысяч человек. Избирательная комиссия, в свою очередь, обеспечивает контроль за ходом формирования избирательных комиссий всех уровней и вмешательство в деятельность комиссии со стороны законодательных, представительных и исполнительных органов в соответствии с законом не допускается. Немного о новациях. Во время избирательной кампании 2019 года будут применены избирательные технологии и определенные новации. Все уровни кампании в единый день голосования 8 сентября пройдут с использованием технологии QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий. Напомню, 2277, все комиссии будут оснащены соответствующим программным обеспечением, и здесь главы нам всегда помогают, и мы эти протоколы сделаем. На выборах губернатора Челябинской области впервые будет применена технология «Мобильный избиратель», также на 100% территориальных и участковых избирательных комиссиях.
Также впервые на выборах субъектовых, на выборах губернатора Челябинской области будет применена технология видеонаблюдения на территориальных избирательных комиссиях 100%, будет закрыта 51 ТИК, и на участковых избирательных комиссиях в соответствии с утвержденным перечнем участковых избирательных комиссий и ровно в том объеме, что у нас было видеонаблюдение на выборах президента Российской Федерации. Также планируется реализация технологии цифровых избирательных участков и технология безналичного расчета с членами избирательных комиссий, участковых и территориальных комиссий. Плюс к этому в рамках тренда будет организована работа по направлению общественного наблюдения на всех избирательных участках. У нас уже есть четкое понимание с общественной палатой Челябинской области. Был проведен ряд совещаний, и мы исходим из позиции, что это очень важно, организовать процедуру общественного наблюдения. И мы планируем закрыть 100% участковых избирательных комиссий обученными профессиональными представителями общественных палат. Также есть наработки и будет реализован проект работы с волонтерскими организациями. Он назван проект «Бумеранг добра». Идет взаимодействие с этими организациями, представляющие определенные категории маломобильных граждан, по оказанию им помощи в доступности на избирательный участок с привлечением волонтеров. Также налажено взаимодействие с Ассоциацией юристов России и планируем также их использовать для снятия неких вопросов юридического характера. Традиционно выстроена работа с молодежными избирательными комиссиями всех уровней. Всегда нам помогают, тоже организовывают работу. Большое внимание избирательной комиссии Челябинской области уделяет обучению, потому что все перечисленные технологии требуют постоянного обучения. Есть график семинаров, совещаний, уже значительная часть их была проведена. В соответствии с графиком также обучение планируется и в июле, и в августе, и уже потом конкретно по работе в день выборов. Ну, теперь несколько подробнее о технологиях. QR-код – это машиночитаемый код, который представляет собой двухмерный код, содержащий указанную в протоколе участковой информации об итогах голосования. Цель использования данных технологий – это убыстрение процедуры введения и сокращение времени подсчета голосов, который сводит к минимуму человеческий фактор. Поэтому применение технологии QR-кодов является дополнительной гарантией избирательных прав граждан. Такая технология была нами впервые применена в 2017 году и зарекомендовала себя очень хорошо. Для ее применения необходимо оснащение соответствующим техническим оборудованием всех участковых избирательных комиссий. Но в любом случае у нас есть понимание, что в всех территориях у нас такая возможность будет соблюдена. Вот. Плюс к этому технология мобильный избиратель очень важна тоже. Позволяет реализовать избирателю его активное избирательное право. Избиратель, имея регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области, получает право проголосовать по месту фактического нахождения. Эту технологию также мы реализовали на выборах президента. Необходимо просто подать заявление о желании проголосовать в любой территориальной комиссии, многофункциональном центре или на едином портале госуслуг в период с 24 июля по 4 сентября. Или в любой участковой избирательной комиссии с 28 августа по 4 сентября. Данная технология, повторюсь, была успешно применена на выборах президента Российской Федерации. Мало того, в достаточно значительном объеме она была реализована на территории Челябинской области. Более 93 тысяч человек, жители Челябинской области, подавали соответствующие заявления. Поэтому она будет востребована в этот раз. Ее применение на выборах губернатора возможно также при обеспечении техническими средствами, поэтому здесь мы активно взаимодействуем и с главами муниципальных образований, и с Министерством информационных технологий. Технология видеонаблюдения – еще одна дополнительная гарантия в реализации активного избирательного права. На предстоящих выборах на 1301 объекте будет применена она. Это участковые и территориальные комиссии. Используя эти объемы, планируется обеспечить технологии видеонаблюдения и трансляции изображения 54% всех избирательных участков и 100% территориальных избирательных комиссий. Она будет применяться на УИКах с самой большой численностью, и в итоге порядка 81% общей численности избирателей на этих УИКах мы закроем. А в городе Челябинске этот процент будет равен 94%, в городе Магнитогорске более 92%. Применение данной технологии предусматривает транслирование процедуры и подведение итогов в сети интернет, также запись и хранение в установленных регламентом срок.
Плюс к этому есть технология комплексов обработки избирательных бюллетеней. У нас планируется использовать 229 собственных КАИБов, которые у нас есть в Челябинской области. И мы получили согласие Центральной избирательной комиссии и одного из наших северных соседей Пермского края, и берем у них еще 219 комплексов. Итого все эти КАИБы мы агрегируем, суммируем и планируем закрыть порядка 95-97% участковых избирательных комиссий города Челябинска. Вот. Технология цифровых избирательных участков. Вот эта новация, она в полном виде новация, потому что ради этого был принят только как минимум федеральный закон о проведении эксперимента на цифровых избирательных участках. Они будут образованы только в городе федерального значения Москва, это 30 участков, и их работа будет распространяться на выборах депутатов Госдумы, это 4 субъекта, 4 округа, и на 16 выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в том числе Челябинской области. Данный эксперимент является логическим продолжением системы мобильных избирателей, и технология позволит избирателю, зарегистрированному в своем субъекте, то бишь Челябинской области, проголосовать на региональных выборах на предварительно выбранном цифровом участке в городе Москве. Данная технология будет применяться в полном объеме, у нас уже есть понимание, взаимодействие. Мы очень будем активно информировать граждан, которые могут оказаться в день выборов в городе Москва, с возможностью проголосовать. Процедура подачи заявления сходна с технологией мобильного избирателя. Есть сроки, есть портал госуслуг, там, где можно выбрать цифровой участок, подать соответствующее заявление, потом прийти на этот избирательный участок, себя идентифицировать, пройти проверку включения в список избирателя, получить доступ к комплексу электронного голосования с учетом определенного уникального кода и проголосовать в электронном виде. А всего, можно сказать, что это наше будущее. К 2021 году в рамках развития цифровой экономики, в том числе по направлению избирательное право, будет создано в Российской Федерации более 5000 этих цифровых избирательных участков. Для того, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне и с достаточным количеством желающих принять участие в голосовании, деятельность избирательной комиссии Челябинской области строится на определенных принципах формирования информационно-разъяснительной деятельности комиссии. Цель – привлечение внимания избирателей к избирательной кампании, повысить избирательную активность граждан, которая осуществляется в течение всей кампании. Необходимо будет доводить до граждан сведения и об участниках избирательного процесса, и об объективной достоверной информации, связанной с выборами информационного характера. Это информирование будет осуществлять органы государственной власти и местного самоуправления в рамках компетенции закона, а также избирательной комиссии всех уровней средства массовой информации. Информирование избирательной комиссии Челябинской области будет себя включать 3 волны. Первая волна с 1 июля по 14 июня. Будем информировать о дате выборов губернатора Челябинской области. Вторая волна пройдет, соответственно, с 15 июля по 18 августа. Здесь будет посыл уже более технологичным, информировать о возможности и простоте проголосовать по месту нахождения, цифровые участки и общественное наблюдение будем обсуждать. На третьей волне с 19 августа по 8 сентября будет идти активный призыв к действию, и будем предлагать гражданам приходить и отдать свой голос на выборах 8 сентября. Помимо этого, большое внимание будем уделять тому, чтобы у нас вот эти наши 20 тысяч членов участковых избирательных комиссий в два этапа прошлись с поквартирным обходом и проинформировали граждан на первом этапе о дне, времени и месте голосования и о порядке подачи заявления о включении в список избирателей. А на втором этапе с 28 августа по 1 сентября разнести вторые приглашения прийти на избирательный участок в день голосования 8 сентября. Плюс к этому информирование избирателей будет осуществлено территориальными избирательными комиссиями в комплексе. И также у нас есть большое понимание, что вот наше взаимодействие с главами муниципальных образований Челябинской области в период подготовки проведения выборов должно строиться на следующих принципах. В первую очередь мы будем просить, Алексей Ильич, от глав муниципальных образований обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями пригодными для голосования.
предусмотреть источники бесперебойного питания для каждой территориальной участковой избирательной комиссии для обеспечения непрерывности процесса подведения итогов голосования с использованием системы ГАЗ-выбора. Обеспечить комиссии средствами связи техническим оборудованием, компьютеры, принтеры, они важны на всех участиях процесса, в том числе на использование их для технологий, перечисленных выше. Также будем просить оказания содействия комиссиям в выделении транспортных средств для исполнения полномочных возложенных на избирательные комиссии. А также будем рассматривать варианты, предусмотреть в каждом муниципальном образовании стационарные или передвижные резервные помещения для голосования на случай чрезвычайных ситуаций. Напомню, такая ситуация у нас, слава богу, не случилась, но по аналогии с выборами президента у нас, благодаря главам, исходя из территориальных особенностей исторических и там и фактических, были предусмотрены и альтернативные помещения, и были запланированы автобусы, и в том числе там, палатки даже. На это мы тоже готовы. Также необходимо определить места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов в период избирательной кампании. И по возможности обеспечить помещение для голосования стационарными метал-детекторами, ручными и иными средствами контроля. Уважаемые коллеги, заканчиваю. В исполнение постановления губернатора Челябинской области от 6 июня о содействии избирательными комиссиям Челябинской области в организации подготовки и проведения выборов губернатора Челябинской области необходимо начать процесс и закончить, создать в каждом муниципальном образовании рабочих групп с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации проведения голосования на выборах, а также издание соответствующего нормативного акта на территориальном уровне о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям. И в заключение своего выступления позвольте сказать, что выборы в Челябинской области в единый день голосования 8 сентября должны пройти, как обычно, на высоком организационном уровне в рамках действующего законодательства о выборах, при этом максимально объективно, открыто и с легитимным результатом. Спасибо. Доклад окончил. Спасибо, Сергей Владимирович, за подробный доклад. Уважаемые главы, еще раз прошу серьезно отнестись к требованиям о должном оснащении избирательных участков, о чем сейчас только что было сказано. Предметный вопрос к главе Сосновского района. Евгений Григорьевич, здесь? Да, в районе пройдут выборы в Советы депутатов более чем в 10 поселениях. Как идет подготовка, какие есть проблемы? Ну, проблем нет, все готово. Выборы пройдут качественно и выберут тех депутатов, которых поддержит народ. В части тех требований, которые озвучил Сергей Владимирович по помещениям, ну и дальше, там связь, компьютер, техника. Полностью у нас одно помещение из всех имеется на втором этаже, там всего 233 избирателя. Вот остальное у нас все нормы выполнены. Все должно быть выполнено по всем помещениям. Перенесем тогда хорошо избирательный участок на первый этаж. Разберитесь. Все должно быть надлежащим образом организовано. Договорились? Договорились. Спасибо. Коллеги, относительно проекта поручения по итогам доклада главам муниципальных образований обеспечить исполнение в своих муниципальных образованиях постановления, которое недавно было подписано от 6 июня о содействии избирательным комиссиям Челябинской области в организации подготовки и проведения выборов губернатора Челябинской области. Прошу обратить на это внимание. Сергей Ильич, спасибо. Следующий вопрос о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций Челябинской области в связи с подготовкой к новому учебному году. Кузнецов Александр Ильич, пожалуйста. Уважаемый Алексей Леонидович, уважаемые коллеги, одним из важных направлений деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления является создание безопасных условий для образовательной деятельности. В предстоящем 19-20 учебном году на территории региона планируют начать работу 2222 государственных и муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия учителей, в отношении которых выполняют органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и наше министерство.
разбивка по категориям учреждений на слайде. В течение двух последних лет велась работа по паспортизации объектов образования в соответствии с постановлением правительства России 1235 об утверждении требований к антитерророзащищенности объектов. Охрана объектов образования организуется исходя из принципов соблюдения прав и законных интересов граждан, обеспечения надежной защиты объектов от противоправных посягательств путем комплексного использования физических и технических сил и средств, а также с учетом специфики объекта, принимаемого под охрану, и осуществляется следующими видами охраны. Примерно четверть организации у нас охраняется сотрудниками подразделений вневедомственной охраны, Росгвардии, частных охранных предприятий, находящихся непосредственно на объекте, и три четверти, без малого, это сторожевая охрана. Это в целом по региону, по этим 2222 организациям. Ну, здесь стоит отметить, что для обеспечения квалифицированной лицензированной охраны всех образовательных организаций необходимы достаточно существенные финансовые средства, которые оцениваются примерно 440 миллионов рублей. Теперь, что касается специальных технических средств связи и безопасности, а также инженерно-технических средств защиты. В настоящий момент образовательные организации оснащены кнопками экстренного вызова на 92%. И здесь у нас есть позитивная динамика на 2% по сравнению с предыдущим годом. Системы видеонаблюдения в 85% организаций. Здесь динамика более существенная, на 25% плюс к прошлому году. Системы контроля и управления доступом, так называемые СКУД, здесь 27%. Пока еще недостаточный показатель, но тем не менее есть позитивная динамика по сравнению с прошлым годом на 5%. Периметральное ограждение имеется у 96% организаций, тоже на 1% больше, чем в прошлом году. И наружное электроосвещение территорий, 96% организаций им оснащены, с динамикой позитивной на 8% к прошлому году. С целью создания условий для безопасной организации образовательного процесса в 2019 году в местных бюджетах на антитеррористические мероприятия было предусмотрено 109 с небольшим миллионов рублей. К сожалению, это меньше, чем было в предыдущем году. Данные средства направляются на ряд мероприятий, объем и наименование которых указаны на слайде. Повторяться не буду. Наибольшие расходы у нас идут на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, а также на ограждение территории и оснащение организации системами контроля и управления допуском. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных организациях требует достаточно существенных финансовых затрат. Предусмотренных в местных бюджетах средств недостаточно для выполнения всех мероприятий по антитеррористической защищенности и выполнению требований постановления 1235. По результатам проведенного Министерством мониторинга в целях обеспечения требований этого постановления общий объем средств, необходимых для обеспечения антитеррористических мероприятий, составляет 1 миллиард 456 миллионов рублей. В том числе разовых затрат требуется почти 875 миллионов рублей, по данным органов местного самоуправления. Наибольший объем на оснащение системами контроля и управления допуском. Дальше по убывающим информация есть на слайде. Это разовые затраты, подчеркиваю, которые необходимо произвести. И текущие расходы оцениваются в общей сложности на сумму в 581,3 миллионов рублей. Это ежегодная необходимая сумма. Из них наибольшая часть – это на обеспечение квалифицированной лицензированной охраны в объеме, как я уже сказал, 440 миллионов рублей. Обращаю внимание глав муниципалитетов. С 31 июля, как вы знаете, у нас централизованно все это проходит, с 31 июля по 20 августа текущего года будет организована приемка организаций, осуществляющих образовательную деятельность с начала нового учебного года. Приемка будет проводиться едиными территориальными комиссиями, в состав которых должны быть включены представители территориальных подразделений Управления надзорной деятельности МЧС, Управления Роспотребнадзора и Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии.
по Челябинской области. Так как одним из основных направлений при приемке образовательных организаций является проверка антитеррористической защищенности, министерство вышло с предложением в адрес правительства региона рассмотреть возможность выделения дополнительных средств областного бюджета на вышеуказанные мероприятия. Вместе с тем предлагаем в проект решения сегодняшнего совещания рекомендовать главам муниципальных образований при формировании проекта местного бюджета на предстоящий 2020 год предусмотреть необходимые средства на выполнение мероприятий по постановлению 1235 в соответствии с паспортами, которые есть образовательных организаций, обеспечить проведение проверок организаций по соблюдению пропускного режима, наличие технического оснащения и состояния антитеррористической защиты, обучение персонала, проведение соответствующих тренировок и продолжить работу по повышению уровня оснащенности образовательных организаций системами безопасности, видеонаблюдения и контроля. Завершить подготовку образовательных организаций до 20 августа текущего года. Спасибо. Александр Ильич, вы сказали о том, что в местных бюджетах там существенное снижение по сравнению с прошлым годом расходов на антитеррористические мероприятия. Разбирались, в чем причина этого снижения. Просто я обратил внимание, что у нас по специальным техническим средствам, к примеру, да, нет ни по одной из позиций 100% обеспеченности. Так точно. Да, и при этом идет снижение. В чем причина? Есть снижение объемов, есть снижение запланированных объемов финансирования, но вместе с тем есть позитивная динамика по сравнению с прошлым годом по непосредственно самим техническим средствам защиты организации. Я об этом сказал. А то, что запланированные средства, без сомнения, недостаточны для выполнения всего комплекса мероприятий, вот на этом мы, собственно, и указываем муниципалитет. А в чем причина все-таки? Какие муниципалитеты в кавычках отличились особо? И есть ли проблема есть у всех муниципалитетов абсолютно. А? Проблемы есть абсолютно у всех муниципалитетов, как у больших, так и у маленьких. Смотрите, у нас, особенно сельские территории. Смотрите, вы говорили про недостаток денежных средств. Да, возможно, за один год все проблемы решить нельзя. Возможно. Но должен быть четкий план. Безопасность детей – это безоговорочный приоритет, вы это прекрасно понимаете. Соответственно, с каждым муниципалитетом должны быть отработаны мероприятия, да, возможно, на несколько лет, да, возможно, какие-то мероприятия являются первоочередными, ну, в том числе там специальные средства. Да, и, так сказать, в рамках плановой работы такой уже и отчитываться. Да, ну, мне непонятно. Денег меньше, так сказать, проблемы остаются. Поручения мы дадим, это хорошо, но здесь нужно, так сказать, консолидировать работу с муниципалитетами на вашем уровне в первую очередь, а муниципалитеты каждый день должны этим заниматься. Так точно, Сергеевич, но такая работа, она ведется в текущем режиме. Надо иметь в виду, что я озвучил плановые средства. Как правило, фактические расходы муниципалитетов на подобного рода мероприятия, они существенно больше. Хорошо, у нас есть самые проблемные муниципалитеты. Давайте спросим, есть у вас понимание? Фактически все сельские муниципалитеты. Все. Ну, всех мы сейчас не спросим. Давайте сейчас поднимем главу, спросим, кого? Любого, Алексеевич. Ну, назовите любого, так сказать, давайте любого. По алфавиту. А? Давайте по алфавиту. Давайте по алфавиту. Назовите, пусть глава встанет. Агаповский назовите. Район. Агаповский район, пожалуйста. Уважаемый Александр Леонидович, участник совещания, вот у нас 45 детских образовательных организаций, 44 установлено видеонаблюдение и тревожные кнопки. Только Леваторская школа в этом году заключает договор на установку. Все эти программы выполнены. Если брать по количеству средств, затраченных на эти мероприятия, то в 2016 году на все эти ремонтные работы было потрачено 1 миллион, в 2017 9, в 2018 году 16 миллионов в целом по району. Ну понятно, то есть
У нас осталась одна школа, которая сейчас решает вопрос об установке трех. То есть, видимо, вы не отстающие, судя по вашему докладу. Хорошо, значит, Александр Ильич, давайте так. Отдельное совещание проведите с главами по этому вопросу. Вопрос крайне серьезный. Нужно обеспечить 100% подготовку образовательных организаций к новому учебному году и вопросам антитеррористической безопасности уделить особое внимание. Договорились. И в разрезе каждого муниципалитета должен быть план действий по наведению порядка в первую очередь части специальных технических средств. И обращаю внимание, достаточно большой уровень сторожевой охраны, то есть не специализированных организаций. В вашем докладе около 75%. Эту проблему тоже нужно решать. Хорошо. Спасибо. О реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области. Куприкова Яна Анатольевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы неоднократно обсуждали реализацию в Челябинской области новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня можно подвести определенные промежуточные итоги той работы, которую мы ведем с 2016 года. 1 января 2019 завершился основной этап реформы в сфере обращения с ТКО. Приступили к работе региональные операторы. В каждом населенном пункте жители начали получать новую коммунальную услугу, услугу по обращению с ТКО. Основным документом, определяющим развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами, является территориальная схема обращения с отходами. Это инструкция для работы рекоператоров, которая определяет зоны деятельности, указывает источники образования коммунальных отходов, места накопления, контейнерные площадки и конечные объекты обращения. Это мусоросортировочные комплексы и полигоны. В сентябре 2019 года правительством России были внесены изменения в порядок разработки, корректировки и утверждения территориальных схем. Схема нашей области была приведена в соответствие с указанным порядком. Проведены обязательные общественные обсуждения и получено заключение от всех согласующих министерств и ведомств. А также были рассмотрены замечания и предложения заинтересованных лиц, рекоператоров, общественных организаций и граждан. Новая корректировка, которая запланирована на ближайший квартал, будет предусматривать также в том числе поэтапное введение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. С началом реформы обращения с ТКО в России, а также и в нашем регионе, выявлена острая нехватка объектов обращения с отходами, соответствующих требованиям законодательства. В связи с этим на федеральном уровне внесены изменения, предусматривающие временную возможность использования свалок для размещения коммунальных отходов до 2023 года. Для этого субъектами Российской Федерации должны быть сформированы перечни объектов размещения ТКО, списки площадок, на которых разрешено размещать эти отходы. Месяц назад правительством России были определены конкретные требования к таким свалкам. Они не должны находиться в границах населенного пункта, лесопарковых зонах, водоохранных зонах и иных особо охраняемых территориях. Объект должен располагаться не менее 500 метров от жилой застройки, зон рекреации, садоводческих территорий. И есть некоторые обязательные требования к оборудованию этих площадок. Нами проанализирована ситуация на предмет соответствия таким требованиям. Определен предварительный список. Это свалки в городе Магнитогорске, Миассе, Озерске, Усть-Катаве. В адрес глав этих территорий направлены запросы о необходимости подготовки соответствующих документов, заявлений о включении свалок в перечни.
Далее эти заявления будут направлены в Минприроды России, оценены органами Росприроднадзора, и в случае положительного решения свалки будут включены в Минэкологии области в соответствующую корректировку в территориальной схеме. Поэтому еще раз обращаюсь к главам упомянутых территорий с просьбой активизировать работу по подготовке соответствующих документов. Без вашей инициативы такую работу начать невозможно. На период легитимного использования свалок до 2023 года должны быть увеличены мощности полигонов твердых коммунальных отходов и мусоросортировочных комплексов. Для этого предусматривается строительство нового полигона в Магнитогорске, а также использование емкости уже существующих полигонов в поселке Полетаево Сосновского района и в городе Садко. Соответствующие работы по объектам ведутся. Далее, в 2018 году Челябинской областью получены средства экологического сбора, предоставляемого регионам в виде субсидий с федерального бюджета в размере 113 миллионов рублей на условиях регионального софинансирования. Все средства были направлены на создание сортировочных мощностей на действующих полигонах коммунальных отходов. Сортировочный комплекс в Карабаше уже создан, принят в областную казну. Сейчас идет передача сортировки в аренду эксплуатирующей организации. Сортировочный комплекс в городе Снежинске также уже смонтирован, идет приемка работ. Создание сортировочного комплекса в городе Садко планируется завершить в текущем году. Суммарная мощность перечисленных объектов составит не менее 120 тысяч тонн обрабатываемых коммунальных отходов в год. К сожалению, мы получаем очень большое количество обращений по вопросам организации контейнерных площадок и оборудования их контейнерами. На сегодняшний день в Челябинской области расположено практически 10 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено 28 тысяч контейнеров. Исходя из количества жителей и установленных норм накопления ТКО, существующее количество покрывает лишь около 65% от существующей потребности. Полномочиями по содержанию и созданию и содержанию контейнерных площадок наделены органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Бюджеты многих территорий являются дотационными. В связи с этим принято решение о приобретении контейнеров путем субсидирования из средств областного бюджета. Областным бюджетом на 2019 год, соответственно, предусмотрены средства в объеме 100 миллионов рублей. Внесены соответствующие изменения в государственную программу охраны окружающей среды. Разработан максимально упрощенный порядок получения таких субсидий. Определены основные требования к заявке и сроки ее подачи, коллеги, обращаю внимание, до 1 июля 2019 года. 7 июня 2019 года министерством организовано совещание по видеоконференц-связи с целью доведения информации в максимально сжатые сроки о способах и сроках получения субсидий. На слайде приведены суммы, которые уже распределены по вашим территориям. На селекторе, к сожалению, присутствовали не все. Присутствовали представители 35 муниципалитетов. И еще раз прошу глав взять на особый контроль полную и своевременную подготовку заявок на субсидии. Уважаемые главы, с 1 января 2019 года полномочия по созданию и обустройству контейнерных площадок ваши, и население судит о целесообразности новой реформы твердых коммунальных отходов, об эффективности, исходя из того, с чем сталкивается каждый день. Это в том числе вид контейнерной площадки. По поручению губернатора министерством определен единый вид контейнерной площадки, он приведен на слайде. Необходимо оборудовать площадку ограждением, водонепроницаемым покрытием, крышей, если не предусмотрены крышки на контейнерах, и обеспечить сортировку отходов на 3 контейнера. Красный для вторичного сырья, серый для пищевых и иных неутилизируемых отходов, оранжевый для опасных отходов. Кроме того, на площадке необходимо предусмотреть территорию для сбора КГО, крупногабаритных отходов. Ориентировочная стоимость такой площадки около 92 тысяч рублей. Предлагаю при реализации полномочий руководствоваться примерным видом контейнерной площадки. Создавая новые безопасные объекты обращения с коммунальными отходами, необходимо принимать меры и по закрытию и рекультивации старых объектов, свалок, не соответствующих законодательству.
первую очередь работа начата с самых масштабных объектов. Это свалки в городе Челябинске и Магнитогорске. По Челябинской свалке единым подрядчиком ВКУП «Росрао» уже ведутся работы по проектированию рекультивации. И в ближайшее время, в текущем году, уже работы будут начаты. По Магнитогорской свалке ведутся аналогичные работы, завершены инженерные изыскания. После закрытия свалки начнется проектирование. Также планируем привлекать средства федерального бюджета. Также в 2020 году планируется приступить к рекультивации свалок в черте населенных пунктов в городах Златоусте, Троицке, Озерске, Миасе, Верхнем Уфалее. Указанными муниципалитетами поданы заявки на предоставление субсидий из областного бюджета в 2020 году на проектирование и рекультивации этих свалок. Обращая внимание на необходимость планирования средств по софинансированию в размере не менее 5% от стоимости работ в муниципальном бюджете. Это обязательное условие предоставления субсидий. Уважаемые коллеги, реализация новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами – это совместная работа региональных властей, рекоператоров, муниципалитетов, направленная на перестройку безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами на всех этапах. И основной показатель нашей работы – это мнение нашего населения. Будем об этом постоянно помнить. Спасибо за внимание. Коллеги, обращаю внимание, тема крайне важная, особенно в сельских муниципалитетах, но не только. И на федеральном уровне мы эту тему обсуждали. Там готовится сейчас мероприятие и дополнительное финансирование. Но если вы даже на совещание прийти не можете, так сказать, причем проблемы в ваших муниципалитетах есть, даже послать не можете своего заместителя, но это просто несерьезно, коллеги. Как проблему-то будем решать? Я, Анатольевна, культурно выразилась, так сказать, обратила ваше внимание. Проблема-то серьезная. Дополнительный ресурс выделили 100 миллионов. Там до 10 тысяч контейнеров нужно установить максимально быстро. Вот ни заявок, ни участия, ни проявления интереса. Люди с власти потом спросят, с нас с вами. Поручение в протокол запишем, обратите внимание. Яна Анатольевна, у нас самый проблемный горный кластер. На конец марта там собираемость была 22%, дефицит площадок, контейнеров. Ситуация как-то изменилась за это время? Алексей Леонидович, работаем постоянно в ежедневном режиме с региональным оператором по этой территории. Уже ряд муниципалитетов, в том числе, подали заявки на установление контейнеров, на субсидирование. И ситуация потихоньку начинает исправляться. Но, естественно, там еще необходимо работать по объектам. Да, я уже говорила о полигоне и о завершении работ на сортировочном комплексе. И, естественно, оснащение контейнерами и контейнерными площадками – это вот первоочередные задачи. Когда по срокам? Контейнеры в этом году, сортировка также к концу 2019 года и начало строительства новой карты полигона – это 2020 год. Надо отфиксировать сроки, коллеги. Задача по горному кластеру крайне важная. Главу Ашинского района хочу спросить. Виктор Владимирович. Подали заявку на субсидию по контейнерам? Да, мы заявку подали. Мы профинансировали из местного бюджета приобретение контейнеров и создание новых площадок, 60 площадок, на сумму 4 миллиона 222 тысячи. Постоянно работаем с региональным оператором Риткомсервис, встречаемся с ним и обсуждаем все тонкие вопросы, которые существуют на территории. Яна Анатольевна, есть вопросы к главе
Больше всего вопросов просто я получаю из АШИ. Вот да, эти. Мы решаем в рабочем порядке с муниципалитетом. Хорошо, давайте дальше. Работайте и держите на особом контроле ситуацию в горном кластере. В МИАСе, мы все помним, недавно жители жаловались на проблемы с вывозом ТКО из домов с мусоропроводами. Танких, Григорий Михайлович, удалось решить проблему? На данный момент рекоператор установил дополнительно 36 контейнеров 8-кубовых. Вот, но данные контейнеры были установлены, так скажем, в местах необорудованных. Вот это у нас сейчас большая проблема. Вот, и необходимо будет в ближайшее время нам решить вопрос или же выходить на строительство новых контейнерных площадок, или же выстраивать логистику с вывозом мусора с мусороприемных камер. Вот и момент вот этого взаимодействия, передачи ТБО от управляющей компании, от сотрудников управляющей компании рекоператору, он должным образом никак нигде не описан, и в этом все у нас проблемы возникают. Но совместно работаем. Я думаю, что мы, наверное, где-то до середины июля должны четко определиться или с логистикой, или с местами, значит, временного хранения ТБО. Второй момент хотел тоже здесь сказать. Вот та субсидия 6900, которая на Миасский городской округ предлагается направить на контейнеры. Ну, я считаю, что все-таки ставить контейнеры на необорудованные места — это не совсем правильно. Вот по-хорошему нужно совместно, если уж и делать, то в комплексе. То есть контейнерная площадка сразу же оснащенная контейнерами. Вот если, ну а потребность, соответственно, там плюс 50, наверное, будет по МИАСу. Значит, Сергей Юрьевич, у меня просьба с коллегами отработать, в том числе предложение главы. Середина июля – это, ну, я имею в виду предложение главы по контейнерам, чем он закончил. Но середина июля, решение проблемы меня не очень устраивает. Сядьте вместе, решите проблему раньше. Хорошо? Да. Итак, спасибо. Я, Анатолий, тоже спасибо. Коллеги, по итогам доклада, части проекта поручения главам Магнитогорского, Миасского, Озерского городских округов и Усть-Катавского городского поселения подготовить необходимые документы для подачи заявления о включении свалок в перечень объектов размещения ТКО, о чем докладывалось, чтобы можно было до 2023 года их использовать, главам муниципальных образований взять на личный контроль полную своевременную подготовку заявок на получение субсидий из областного бюджета на приобретение мусорных контейнеров и на рекультивацию свалок. Включаем в проект протокола. Значит, следующий вопрос об участии муниципальных образований Челябинской области в конкурсе архитектурных проектов благоустройства малых городов. Докладчик Шаль Сергей Вернович, пожалуйста. Уважаемый Алексей Леонидович, уважаемые участники совещания, в соответствии с поручением президента Российской Федерации с 2018 года проводится всероссийский конкурс на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов. Всего суммарно в прошлом году, а также в 2019 году из бюджета Российской Федерации на поддержку было выделено по 5 миллиардов рублей. Участвовать в конкурсе могут малые города с численностью до 100 тысяч человек и поселения, имеющие статус, соответственно, исторических поселений. На территории Челябинской области расположено 25 малых городов. В конкурс проходит по 4 подгруппам в зависимости от численности: до 10 тысяч, от 10 до 20 тысяч, от 20 до 50, от 50 до 100. И в каждом, значит, на слайде видно,
предусмотрен свой размер дотации в случае, если город побеждает. В прошлом году, в 2018, 16 городов из 25 наших, как я уже сказал, заявились на участие в конкурсе. По результатам отбора, который провела наша областная межведомственная комиссия, 7 заявок было направлено в Минстрой. Как бы, к сожалению, ну, мы это уже обсуждали, никто не победил, но тем не менее было принято решение о поддержке тех участников, которые заявлялись на конкурс. Была проделана огромная подготовительная работа, и проекты получились по-настоящему интересными. Суммарно за счет перераспределение экономии, выделение дополнительных денег, удалось выделить на реализацию этих проектов 363 миллиона рублей. И сегодня, в этом году, в Карабаше, Кыштыме, Троицке, Садке, Аше и в Южноуральске эти проекты реализовываются, уже в высокой стадии реализации на сегодняшний день находятся. Непосредственно в 2019 году заявилось на конкурс всего 17 городов. Нашей комиссии было отобрано 8 заявок для участия на федеральном уровне. И по итогам был один победитель у нас, это город Карабаш с проектом «Новый Карабаш». Подведение итогов состоялось в торжественной обстановке в Воронеже 31 мая. Заместитель председателя правительства Виталий Иванович Мутко лично награждал победителей, и был Олег Иванович Буданов. Проект, немного, скажем так, о проекте «Новый Карабаш». Проект предусматривает создание нового центра города путем благоустройства, объединения в единый комплекс новой городской площадки у администрации города, центральной улицы Металлургов и скверы Аллеи Ветеранов. В рамках проекта будут созданы площадка для зрелищных интерактивных событий, зоны детских игр, маршрут вокруг Аллеи Ветеранов для катания на велосипеде и скандинавской ходьбы, зоны тихого и активного отдыха с трибунами, гамаками, качелями. Небольшие зоны-кабинеты для проведения мастер-классов, лекций, встреч, собраний, настольных игр, мини-ярмарки. Также предусмотрено создание арт-объекта «Лента времени», рассказывающая историю города, ключевые события и о героях города. До 31 декабря этого года нужно будет разработать проектно-сметную документацию, определить подрядную организацию и, собственно говоря, до 31 декабря следующего года непосредственно выполнить этот проект. Ну, скажем так, я не знаю, к сожалению, к счастью, для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению, в этом году условия финансирования сильно изменены. Если в прошлом году это была дотация, то в этом году это субсидия, которая по всем правилам, очень жесткий регламент получения. Ну, участниками, победителями, скажем так, в основном там в Воронеже были победителями. Победителями было высказано мнение, что все сделано для того, чтобы эти деньги труднее было получить. И это даже Минстрой России, собственно говоря, подтвердил. Но я уверен, что город Карабаш все эти условия выполнит и свои деньги, причитающиеся им, получит абсолютно точно. Да, Олег Иванович? Так точно. Вот. Ну и, собственно говоря, уже, скажем так, не то чтобы это сложившаяся традиция, но я обязан это сказать, Алексей Леонидович, мое предложение – это все-таки поощрить и оказать помощь тем участникам, которые заявились с заявками. Все заявки достаточно высокого качества, мы их смотрели на МВК, и, собственно говоря, Минстрой России тоже это подтвердил, и по возможности оказать помощь по реализации этих проектов в следующем году. Конкурс, коллеги, продолжается. Буквально несколько слов. Для того, чтобы заявиться на следующий год, мы должны уже за подписью губернатора до 1 февраля 2020 года подать заявку. Для этого нужно нам пройти отбор. Соответственно, ваши заявки установлены, должны быть нам направлены до 10 января. Но понятно,
с учетом как бы нашего календаря, желательно это сделать до середины декабря этого года, поэтому и вашей заявке предшествуют, собственно говоря, некоторые организационные моменты и создание комиссии, и обсуждения общественные, поэтому всех глав муниципальных образований призываю, конечно, к активному участию в конкурсе и по подготовительным работам, которые будут выполнены. У меня по докладу все, и, соответственно, пользуясь случаем, Максим Ильич, разрешите, я передам вам вот такой диплом победителя. Это, там было два диплома непосредственно муниципалитету Карабашу, а это победитель уже Челябинской области. То, что у нас есть победитель, это, коллеги, очень хорошо. Но вот верните этот слайд, последний сейчас выключили. Первый вопрос, который возникает, почему не все... Верните слайд с плюсиками, с минусиками. Последний. Почему не все наши 25 городов, о которых было сказано, участвуют в конкурсе? Вот тут видны те города, которые в конкурсах не участвуют, да? Садка, Усть-Катав, Еманжелинск, Карталы, Коркино, Нязепетровск, Пласт. У нас не нужны деньги на благоустройство, все в порядке, нет проблем. Думаю, что проблемы есть. Это неправильно игнорировать участие в этом конкурсе. Я поддерживаю предложение о поощрении муниципальных образований, которые представили проекты на федеральный конкурс. Но второй вопрос, Сергей Вернович, это уже все-таки к вам. Да, по итогам. Мы говорим, что проекты хорошие, а победить не могут. В 2018 году ни одного нашего города, в 2019 только один. Нужен качественный анализ, почему так происходит, что не хватает для того, чтобы наши заявки побеждали. И прошу соответствующую работу на уровне области организовать, дать рекомендации муниципалитетам, назначить ответственных постоянных кураторов за заявки со стороны области. Нужно, чтобы в этом году, все заявились, б, эти заявки были качественными, чтобы мы активно, эффективно поучаствовали в конкурсе. Это и имидж области, а самое главное, это дополнительные возможности. Проще, конечно, ничего не делать, просто приходить в администрацию области и просить деньги на благоустройство. Так не пойдет. Договорились? Коллеги, у нас вопросы повестки исчерпаны. Глав муниципальных образований, членов правительства и представителей силовых структур прошу остаться, остальных благодарю за участие.